Сколько времени? Не знаю. Ну все, три штучки не хватит. Всем доброго времени суток, дорогие друзья, а также гости канала «В лесу как дома». Сегодня 9 мая, и первым делом я хочу поздравить всех с Днем Победы, друзья. Ну а сейчас у нас 9:30 утра, но мы уже приехали в 9 сюда, с батей расположились, удочки закинули. Пока полчаса, пока не поклевочки. Выбрались мы на озеро, на котором мы в прошлом году открывали рыболовный сезон. Но в прошлом году весна пришла пораньше. Тогда уже в середине апреля не было абсолютно нигде снега. Уже было все подсушено, было уже тепло. Сейчас ночи у нас до сих пор холодные, опускается до 0 градусов температура. От 0 до плюс 3, днем 10. Ну вот ночью даже периодически заморозки минус 1 бывают. Поэтому как он будет клев, ребят, неизвестно. Но выбрались уже на разведку, уже недели 3, наверное, мы собирались, если не больше. Так что наконец-то выбрались на разведку, порыбачить, удочки помочить. На нашей речке рыбалка разрешается только с 15 мая, так что будем стараться через неделю выбраться уже туда. Там и рыба клюет стабильней. Ну и просто там места такие, где, в принципе, приезжих мало бывает. А здесь такое как бы место типа кемпинга. Есть беседочки, может быть, попозже покажу, где можно остановиться, шашлычки. Ну, короче говоря, обгаживания этих мест. Но что поделать, такие люди у нас. Поэтому, но сейчас вот повезло, никого нету. Мы вот где-то в 8:15 выехали. Ну, с утра прям в самую рань не хотелось. Приехали вот где-то в 9 часов. И сразу вот расположились, сейчас вот 9:30. Пока поклевок не было, я вот решил прогуляться немножко. Посмотреть, может быть, вдоль бережка еще что-нибудь посимпатичнее местечки. Все, ребят, чайканем пока что. Самое что печальное, это что вообще поклевок нет. 40 минут пока что. Батя-то без старинки, ну по старинке ловит, без прикормки. Я-то прикормил немножко с кормушками.
то же самое, тишина. Может, потому что весна поздно пришла, еще вода холодная. Что-то позванивает. Непонятно, это ветер или нет. Посмотрим, проверим. А нет. Ребят, пусто. Ну да, хотя, в принципе, на верхнем-то крючке черви есть, а на нижнем, а нижний объеденный. Не знаю, видно или нет. Что-то поклевывало. Прям совсем едва-едва такой. Прям совсем так. Тык-тык-тык-тык. Мелочь, наверное, какая-то постягивала червяка нижнего. Будем перебрасывать. Перезакидывал удочку. Два крючка оторвало. Как два сразу, непонятно. Обычно одним цепляешься. Сейчас посмотрим, что у меня есть. Хорошо, что нету никого. Тихо, спокойно. Хотелось бы, конечно, поймать что-нибудь на открытие сезона-то. Ну, посмотрим. Может, что еще и получится. Хотя сидим, ребят, час уже. Это уже приличненько. Хотя и в том году мы поймали батя одного кушка с ладошку, и я тоже. Под конец рыбалки. И все. Что-то тоже едва слышно, батина удочка позвякивает, я бы так это сказал. Так, один есть. Сейчас буду второй. И закидывать. Что, ребят? Пообедаем немножко. Чаечек. Хлебушек, огурчик, копченая курочка. Ну, дом, дома, ну, не, не домашняя, магазинная. Пообедать надо немножко. Что-то вообще рыбка не клюет. Возможно, холодно. Сейчас явно холоднее, чем было в прошлом году.
том году мы 22 апреля открывали сезон, и уже тепло было. Ну, совсем забыл. Ребят, кто принимает пищу там вместе со мной, приятного аппетита всем. Сейчас, может, поменяем место дислокации с батей. Там есть небольшая такая речушка, даже канальчик, так скажем, который от этого озера большого идет, уходит там дальше в лес, в бурелом. Может, там вода потеплее, туда рыбка зашла. Посмотрим, в общем. Вот одна поклевка была у меня. Батя, вообще тишина. Ну, а самое главное, что скоро 15 мая, а это значит, что заканчивается у нас запрет на рыбалку на реках. И уже где-то через недельку, может быть, деньков через 10, выберемся уже на нашу речку, друзья. А так денек хороший. Немножко прохладненький ветерок, но он едва такой ощутимый. Солнышко. 10 градусов, 9 градусов тепла. Ну, нормально. Ночью 2 градуса было. Может, еще не нагрелась на солнце, так рыбка пока менее активна. Посмотрим. Непонятно, был один звоночек, то ли колокольчик соскочил, соскользнул. Там смотрю, больше не дергается. А я только поставил сейчас удочку, смысла нету. Проверять, менять. Ну, друзья, батя удочки собрал уже. Сейчас без 10 минут, как 2 часа мы здесь стоим. Вот одна поклевка у меня была тогда, когда червя стянула с нижнего крючка. И все. Полный голяк. Вот сейчас что-то звякнуло один раз. И все, тишина. Я подошел, посмотрел, леску подтянул, ничего не дергает. Может, что-то мимо проплывало, что-то сдернуло. Ну пусть стоит, я там только сейчас на обе удочки, там на дальнюю, вон, если там видно будет. И на эту пучки насадил по 3 червя. Посмотрим, клюнет, нет. Та дальняя стоит там возле травы. Может, там окушок будет. В прошлом году же у нас щука на 800 грамм клюнула на червя. Чем черт не шутит. Попробовал. И сейчас еще я тоже минут 15-20 постою. Если ничего не клюнет, будем менять дислокацию. Зайдем в маленький, так скажем, даже не знаю, как это назвать, канальчик. Попробуем там половить. Может, там вода потеплее, какая-нибудь мелочь хотя бы стоит. Хоть обловиться в этом году уже надо. Ну вот, ребят, вот такие мы, вот, озеро. И сюда такие канальчики выходят. Не знаю, там видно или нет. За травой. Чисто минут 15-20 постоим. Если клевать не будет, значит, не наш день сегодня.
Ну что поделать, бывают и такие рыбалки. Просто там тоже 2,5 часа простояли, одна поклевка. За 2,5 часа это тоже, в принципе, не дело. Ну, повторюсь, разные факторы есть. Может быть, потому что весна позже пришла. Холодные ночи до сих пор, потому что там уже было по 7-10 градусов в конце апреля. А здесь еще до сих пор по 2-3 градуса. Может, это сказывается. Неизвестно. Но пока тишина. Даже здесь, где, в принципе, вода должна прогреваться быстрее. Вот пару минут стоит удочка, ни одной поклевки. В прошлом году здесь клевало, но здесь, конечно, мелочь клевала, вообще там меньше ладошки. Но хотя бы что-то подоскать. Вот вдоль такой вот канавки встали. Там она дальше еще за мост уходит. И у бати поклевка была. Но тоже вытащил, и червя не было. Но клюнуло хорошо, даже я слышал. Так позвенело несколько раз прилично. И там он дальше в осоке щука. Видно, что всплеск был. Не знаю, переделывать снасти под спиннинг, если честно, неохота сегодня. Сегодня я, наверное, на спиннинг рыбачить не буду. Постоим еще минут 20 здесь, посмотрим, будут еще поклевки, останемся, нет, домой поедем. Уже 3 часа в целом, ни одной рыбы. Да, ребят, здесь поклевочки есть, должны дождаться рыбка. У бати еще одна была поклевка, и у меня сейчас. Но пока я, блин, камеру ставил, пока включал, чтобы типа онлайн заснять, в итоге уже червя оборвало. Обидно. Несколько раз так дернул, там дын-дын, ну так 2-3-4 раза. Пока я вот там устанавливал камеру, уже и рыбка видна. Ну, червя откусила, она полностью не сдернула. Так откусанный червячок был. Так что пока ждем. Поинтереснее стало дело. Да ё-моё. Тут еще поклевка, друзья. Но какая-то мелочь здесь. Я смотрю, орудует. Вон видно, она так надкусывает червей. Надкусывает и все. Ну что, ребят, будем мы, наверное, заканчивать сегодня рыбалку. Были поклевки вот на этой канавке. Батя раза 3, у меня 2 раза. Но все, червей стягивает. Видно, мелочь какая-то просто их обсасывает из крючков. И все. Так ничего мы не выудили. Так что первая рыбалочка вышла вот такая вот. Но зато все равно отдохнули, наконец-то выбрались. Давно я соскучился по этим ощущениям, по рыбалке. Так что, ребят, всем, кто смотрел видео, огромное спасибо. Подписывайтесь на канал. Впереди выезд на реку с 15 мая. Запрет снимается. Выбираемся на наше место рыбачить. Там мы шашлычевский сделаем. И, в общем, отлично проведем время. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Впереди море интересного. Всем пока!